Народ, всем привет! Кто следит за моим каналом? Сезон подходит к концу. В этом сезоне видео у меня было не очень много по некоторым обстоятельствам. Там материал, в принципе, снят. Наверное, буду потихонечку сейчас монтировать. Много планов, которые были намечены на этот сезон, им не удалось осуществиться. Но следующий сезон обещает быть более горячим. Вот. А сейчас небольшая зарисовочка по закрытию сезона. Видео на тему покупки лодки с мотором БУ. Многие боятся этого момента. Многие боятся. Но страшного в этом ничего нет. Потому что если подойти к этому с умом, со здравым... с холодной головой, скажем так, с холодным расчетом, то можно достаточно выгодно купить лодку с мотором, особенно в конце сезона. Что мы благополучно сейчас и сделали с моим товарищем. Была приобретена лодочка Nordic 330 HD. HD — это такая серия, там, Hardy она называется, она там ткань 1300, очень толстая, прочная. В общем, лодка очень-очень-очень хорошая. Ну, правда, такая, она достаточно тяжелая. И также приобретен был мотор Suzuki 9.9 AS 2015 года с выходом на воду там максимум 3 раза. То есть моторчик вообще там, вообще, можно сказать, нулевый. Мотор обошелся 65 тысяч. Ну, короче, комплект обошелся в 87 тысяч плюс жилеты. Ну, все вообще, все новое, почти как с магазина. Вот такие лодки, такие моторы брать, скажем так, не то чтобы можно, а даже нужно. Потому что у многих стоит вопрос, что взять нового китайца или бы у японца. Вот, грубо говоря, у нас получился почти новый японец по цене магазинного китайца. Вот. Сейчас мы посмотрим видео, как все было. Камеры у меня, к сожалению, с собой не было. Снимали это на китайский GoPro. Поэтому качество немножечко страдает, но, в общем, все и так видно и понятно. Ну что, всем привет. Сегодня у нас замечательный день. Как бы. Да, для кого-то замечательный, для кого-то прощальный. Решили приобрести Евгению Васильевичу, Васильевич это, да? Лодочку с мотором. Вот это у нас Nordic 330 HD. Поелка. Так, лодка ничего. У меня просто как раз такого размера нет. У меня либо более. Больше, либо меньше. У меня трешка 3 метра и... Ну, я как-то не так сказали. Ты все удалил, да? А это к нему шел в комплекте, да, Анатолий? А? В комплекте шел? Да. Просто он какой-то, это, немножко другой, у меня просто тоже похожая лодка. И там... Ну это мы сами с сыном придумали. Я понял, не, я про вот смотрю. Не-не-не, он в комплекте шел. Просто они разные лодки, комплектуются немножко разными насосами. Так, ну что, вот лодочка собрана в итоге. Скамейки у нее какие, алюминиевые же, да? Алюминиевые, да? Нет, не один, чего? Надо... Сначала было? Да оденете. Это не... Ну что, вдвоем поедете? Да, ну или давай сейчас я один попробую. Давай, я тебя подсниму. Да, я попробую один. Ну я это, чехол снял. Ну, это не обязательно, это все можно без этого. Да, скорее скамейка мне не нужна, наверное, пока. Ну или одень. Вдвоем. Пока один, а потом посмотрим. Так, и, значит, что у нас еще здесь есть? Вот Suzuki. Жень, помоги распаковать. Вот будущий хозяин. Люди, привет. Вот двигатель. Да. Слушай, не одеть, можешь на борту посиди. На борту посидим, оставляй. Да. Да. Suzuki 9.9 уже раздушенный, говорят. А S это нога. Вообще А, Suzuki А.
Так, ну вот видео, какой должен быть двигатель при покупке с рук. Открываем чехол, этот самый колпак, и видим, да? Вот такой мотор должен быть, тогда есть его смысл покупать. А у некоторых, знаете, бывает, я смотрел, почему-то вам и говорил, в каком состоянии. Тоже там, мотору 3 года, такое объяснение, что его вместо якоря использовали. Я тебе говорю. Нет, я все нет, вижу. Первый раз вот вижу, когда ты скрыл. Болтики все вижу, видно, что не греты, не крученые, ничего. Это я так для канала. Здесь тоже смазка заводская вся. Смазка вся заводская. Ну, винт, редуктор. Винт там чуть-чуть какие-то есть на нем, микро. Зубрено, но это так. Это так. Это не считается. Да. Ну что, закрываем? Давай. Подожди. Подожди. Я люблю Yamaha, но Suzuki тоже ничего. Ну, закрывай. Ты там сначала этот вставь. Вот этот вставил? Да, да. Нет, не вставил. А это потом защелкивается. Тебя закидывай, закрывай. Вот. Все? Закрывай. Все. Все. Окей. Так, ну... Втроем она вообще любит. Тихо, тихо, не мешай, не беги. Да? Снимаю. Я попробую один? Ну давай. Потому что... Ну слушай, я тебе честно скажу, чуть потяжелее, чем моя восьмерка. Чуть потяжелее. Я 30-ку один вешаю. А она весит 56 килограмм. Или 55. А? Ну, охота пуще неволи. Вот, бабочка, дади. Ну вот видно, что чуть немножко его цепанули разочек, но это ерунда, это. Сейчас я 5 секунд посмотрю, сразу вот это ослабить надо. Вот это сразу ослабить. Так, подъем у него вот этот, по-моему. Да-да-да. Что-то не идет он. А, вот все. Так, и вот фиксация, да? Да. Сейчас я опущу. Так, донесу, смотрим. Ну, Жень, я тебе могу сказать нормально. Нормально не плохо или нормально хорошо? Ну, не тяжело. Не так тяжело. Ну, я там вот такой результат сюда. То есть, как Дима сумасшедший, куча народу, а он один тягает мотор. Показываю, насколько ну, восьмерка, конечно, поприятнее, честно скажу, от одного, но она восьмерка. А это, считай, пятнашка. Она хорошо, где-то она опасна. Ну, кстати, вот этот движок к этой лодке подходит под цветовой гамме. Да? Угу. Он черный, вот из черных, то есть вообще как нормально. Вот эти спортжилеты, две гаммы. Одна яркая, а другая вот такая. Нет, нет. Сейчас отойдешь по ветру. Нет, тут уже глубоко, глубоко. Точно? Ну? Точно глубоко? Да. Ну да, я уже вижу за ним. Давайте я ваши тоже лечу буду. Давайте, ага. А? Хорошо. Там 10 стилей.
все нормально? Да. Двигатель. Жень, по стороны там как выглядит все? А? По стороны как? Что, в каком плане? Ну вообще нормально все со стороны? Нормально, а что должно быть ненормально? Ну вообще просто, что, ты ничего не видишь, никаких косяков? Ну так нет, не вижу. А что о двигателе говоришь? Мне не нравится чуть-чуть, что она рыть начинает просто. Нет, вот полный газ, потом сбавляешь, она на глиссер выходит и пошла. Да, просто я поднимал вперед, увеличил, да? Так, ну еще маленькая видеозарисовка. Вот Suzuki двухтактный 9.9, она же пятнашка АС. Будем сейчас, наверное, мотор приобретать, лодку сейчас решим. Вот, лодка Nordic HD. Мне, честно, кое-что смущает, но если отдаду за 20, то я думаю, это ерунда. В любом случае, ты ее можешь продать всегда за эти деньги. Ну, за эти деньги всегда ее продашь, если не устроить, правильно? После флагмана, конечно, по сборке немножко пришлось потрахаться. Но сейчас, кстати, говорю, это все быстрее, когда это все быстрее. Движочек новенький, но не Yamaha. Но мне нравится все равно. Да? Хозяину тоже нравится. В будущем. Да. Ну, движок хорош. Вот лодка чуть-чуть заводится, когда горячий заводится, как часики. Не, он прогрел, он же прогрелся. Не, дергал я его долго. Не, ну движок шикарный. Но по сравнению с Yamaha немножко грубоват. На те деньги как раз, сколько он дешевле стоит. Ко мне ближе сядь. Закрытие сезона! Закрытие сезона! Если жилет, тогда жилет минимум 1,5 стоит. Нормальный. Ну а так много без жилета? Я даже за жилет поплачу. А? За жилет даже поплачу. Ну, посмотрим. На пиво. Ну все, идем, наверное, оформлять сделку. В общем, вот такой должен быть мотор БУ, ребят. И лодка тоже. Три раза на воде. Вот так должен выглядеть моторчик. Правда, ехать пришлось за ним, блин, аж тихо. Да? За 200 км. Короче, сегодня надо напиться, если все будет. Стой, подожди, сейчас. Держи. Бензин с карбюратора выработаем. А, давай. Ну что, продолжение к видео сегодняшнего с утра. Вот, все-таки мы купили его, да? Вот бушный мотор смотрим, да? Бушный мотор. Цена? Ну, цена, да, там этот. Дядя Паша будет плакать. Точнее, ну он сейчас уже, наверное, отмечает, да? Продолжение. Да. Ну. Не, мотор хороший, тут ничего не скажешь. 35 килограмм вместе с чехлом, да? В следующем сезоне будем все настраивать, будем все подгонять, и поэтому будет много новых интересных видосов. Вот, я сейчас смонтирую зимой то, что у меня вот уже отснято. Я несколько раз ездил на рыбалку, троллил немножечко по катушкам на вейкборде. В общем, все как мы любим. Вот, следующий сезон обещает быть горячим. Поедем на Валам, вот на море, не знаю, поеду, не поеду, посмотрим. Но, в общем, будет много интересных видео о лодках и моторах. Ну и о рыбалке, конечно. Так что все, всем пока. Увидимся в следующих видео.